Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, почему же у вас на вашем iPhone или iPad выскакивает поисковая строка Safari «Китайский язык». То есть, что бы вы ни ввели, у вас постоянно будет вылетать определенное окно с китайским значением. Только тогда вы на него нажимаете, и примерно выбивают подобную вам информацию. Это вызывает дискомфорт. И как же от этого избавиться? То есть, что вы делали? То есть, что я делал? Допустим, наберем просто что-либо. Но выбьете, естественно, все на китайском. Вы будете заходить сюда, нажимать настройки. Здесь выбирать языки, ставить регион. А все будет до жопы. То есть, да, оно поставится, но опять же потом будет вылетать все то же окно с китайским значением. И вам придется только делать выход такой. Вы будете постоянно открывать такую гугловскую страницу для себя и здесь искать. То есть также вы будете заходить в настройки, опуститесь ниже в Safari, выберите вроде поисковую строку Google, но все будет бесчетно, безысходно, все так же китайский язык. Я нашел единственный способ, как это все исправить. Это вам нужно будет зайти в настройки основные, опускаетесь ниже, выбираете просто языковый регион. Здесь вы ставите вам нужный регион, вот здесь у вас, скорее всего, на китайском будет стоять Китай. И выберите регион, нажмете «Готово», и все, ваш регион установится, перезагрузится, как бы здесь окошечко, и все. Даже время изменится, вот допустим, вот у меня без 10 час, можно сказать, вот. И у вас будет время не 00:52, а 0:52. Это тоже меня удивило, сначала не придал этому значения, но эта ситуация излечилась сразу же. Вот, в принципе, и все. Это обычное, как бы такое, скажем, решение, но оно создавало такой дискомфорт, такое неудобство, что просто да не могу. Вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока.